В Карагандинской области новый прокурор. Инстал экс-заместитель генерального прокурора страны Аскар Секишев. Сегодня вновь назначенного главного прокурора области представили общественности. Согласие главы государства, мною прокурором Карагандинской области назначен Секишев Аскар Асханович. Аскару Секишеву 52 года. Он имеет внушительный послужной список. Свою карьеру он начал в 83 году следователем в прокуратуре города Сарань. Уже спустя 5 лет был назначен заместителем прокурора Сарани. Серик Асанханович проработал на руководящих должностях в органах юстиции. Возглавлял Восточно-Казахстанский областной суд. В декабре 2004 года постановлением Сената парламента избран судьей Верховного суда. До сегодняшнего назначения работал заместителем генерального прокурора Республики Казахстан. Человек исключительно скрупулезный, добросовестный, прекрасно знающий систему правосудия и прокурорскую работу. Именно такие характеристики получил новый глава областной прокуратуры. Я думаю, те задачи, которые сегодня были сказаны, емко, точно, они будут выполнены. Я много говорить не буду. Хочу, чтобы вы скажете это своими результатами надзорной деятельности. Перед вновь назначенным прокурором области уже поставили ряд задач, в том числе по борьбе с коррупцией, экстремизмом. Напомнили и о беспорядках в колониях. Поручили скоординировать работу с правоохранительными органами. По всем направлениям, о которых вы говорите, идет совместная работа. Я надеюсь, что она будет продолжена, поднята на новый уровень, с учетом того, сегодняшний еще новый прокурор. Область вы хорошо знаете. Спасибо, Асхат Айдулаевич, что вы привели человека, который не понаслышке знает эту область. Ему не надо будет долго осваиваться, он знает предприятия, он знает людей, он знает географию. Поэтому все карты ему в руки, совместная работа, я думаю, будут очень серьезные результаты. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.